Печальная новость облетела абсолютно все СМИ. Певица Жанна Фриске скончалась в ночь с 15 на 16 июня. Меньше чем через месяц ей исполнился бы 41 год. Жанна ушла из жизни после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Полтора года назад Фриске диагностировали опухоль головного мозга. В считанные дни фанаты перечислили на лечение певицы около 70 миллионов рублей. Но оставшиеся деньги Фриске отдала детям, страдающим онкологическими заболеваниями, тем самым подарив им жизнь. За здоровьем Фриске наблюдали лучшие врачи США, Китая и Германии. Но состояние певицы резко ухудшилось буквально пару месяцев назад. Певица ушла из жизни, находясь у себя дома. Накануне смерти супруг Жанны, Дмитрий Шепелев, уехал в Болгарию вместе с сыном Платоном. В момент трагедии рядом с певицей находились ее родители, сестра и близкая подруга певица Ольга Орлова. Экс-солистка группы «Блестящие» до сих пор не может поверить в случившееся. Впрочем, как и все коллеги Жанны по шоу-бизнесу. «Жанна, так больно, что слов не нахожу. Я верила, я так надеялась, я так хотела, чтобы ты жила. Как можно дольше с сыночком рядом. Покойся с миром, помним и всегда будем». «Прощай, любимая Жанна, прощай, друг, настоящий друг. Я плачу. В это невозможно поверить. Это жестоко». «Мне посчастливилось знать тебя и работать вместе. Мне посчастливилось слушать твои мудрые советы старшей подруги и смеяться в унисон. Таких мудрых, добрых и глубоких людей на свете очень мало. И когда они покидают этот мир, становится очень грустно». Фриске завоевала сердца миллионов мужчин еще в начале 2000-х в составе группы «Блестящие». Но уже в 2004-м Жанна начала успешно сольную карьеру. Фриске, пожалуй, единственная из экс-блестящих, кто добился такой популярности. Певица, актриса, телеведущая и светская львица. Ее называли секс-символом российской эстрады. Фриске приписывали романы с разными известными мужчинами. И только в 2012 году стало известно, что Жанна ждет ребенка от телеведущего Дмитрия Шепелева. И в радости, и в печали супруг находился рядом с Жанной. Победить тяжелую болезнь, к сожалению, Фриске так и не смогла. В Фейсбуке телеведущий поблагодарил всех, кто помогал их семье бороться за жизнь Жанны. «Мы не сдавались и сражались, чтобы победить. Говорят, 2 года в такой ситуации – это много, но, конечно, для нас это очень мало. Я твердо знаю, что мы не смогли бы справиться без вас». «Мама всегда меня учила тому, что, дочь, ты должна быть особенной, ты не должна стараться не быть на кого похожей».